Ну что, поехали? Браухала! Не знаю, это еще один, получается, трэш-обзор небольшой. Нашел игру, она, по-моему, вообще бесплатная сейчас в Steam. Немножко тут обучение прошел. Не знаю, давайте в пузырьки сыграем. Не совсем понимаю, что к чему здесь делать. Че это за хуйня? Готово. А, тут еще и перцев надо выбирать. Охренеть. О, охуенный. Что такое, бля, погоди. Так, мы их сейчас всех вынесем, смотри, вот так вот, оп. А, это, блядь, разминка была. Сейчас будет легко, я тебе говорю. Непонятно, такие игры обычно где? На телефонах, на планшетах, ну, на компьютере? Может, это под Steam Deck сделано, я хуй его знает. Где я? А. Ебать, я в пузыре, нахуй. Погоди. Да ёб... Блять, ну какого хуя? Я не понимаю, какие нахуй пузыри, блять? Чё за бред? Какие нахуй пузыри, и откуда они берутся? А, я могу их освобождать. А, он с команды на команду, ёб твою мать. Ты меня можешь освободить или нет? Нихуя непонятно. Блять, управление пиздец, на самом деле. Вот этого я бить не могу. Вот этих я могу бить, хуячить где? Блять, пиздец. Нихуя непонятно. Мы, короче, Welcome to Brawlhalla. Мы проебали. Скажите ГГ, блять. ГГ. О, наугад выбрал и ГГ, так, далее. Уровни, ёпарес это. Я на самом деле вообще не понял, что я делал. Ладно, какой-то ебаный персонаж, надо какой-нибудь выбрать. Хуй знает, тут это заебись. Как? Нажмите С для... Все. Готовность, сука, к битве. Где я? А, вот они. Где. Опа. Погоди. Ничего не понятно. От слова совсем. Вообще не выкупаю, что происходит. Так, команда на команду. Они справа, мы слева, либо наоборот. Где мы? Я вижу, что мы снизу. Ага, вот. Он справа. Блять, я в пузыре, на. Спасибо. Пиздец, это слишком быстро, я не понимаю, даже не успеваю следить за собой, блядь. А, это раунд кончается, я понял. Блядь, я снизу был, я за другого персонажа смотрел, ёбаный в рот. На нахуй. Ага. Да, блять, какого хуя? Какие нахуй пузыри? Я вообще не выкупаю. У меня написано что-то там один. На. Чё происходит, блять, хуй пойми. Я не... Какие пузыри, блять? Что здесь для пузырей сделано? Как управлять пузырями, блядь? Вот я могу как-то пузырями в них пустить? По-моему, нет. Чё он сделал? Меня как-то уебал?
пизду, короче. Нахуй эти пузыри. Я ебал. А комната свободных игр, создавайте игры, приглашайте их друзей. Боевой пропуск, это на подходе, получается, новинка еще. А, получается, его, наверное, сейчас нет рейтинговая игра, это если ты дохуя, блядь, охуевший. Следующая очередь. Так, один на один, доступно всем. Против реальных людей, все против всех. Очередь 2 на 2. 1 на 1, 2 на 2. И получается, это что, все против всех? Ой, не-не-не-не-не. Давайте мне кого-нибудь. Блять. Я, получается, вот. А, это типа демо, тут все против всех, хорошо. Ну, посмотрим. Не выкупай пока что, тебе, блядь, сложно. И все вот так вот туда-сюда, блядь, бегает, прыгает. Я за своим персонажем не успеваю, блядь, уследить, я тебе так скажу. 3, 2, 1, поехали, где я? Блядь, я не за того смотрел и сам чуть не скинулся. Ты чё, охуел? Чё, охуел? Блять, меня пиздят. А, я слева, нихуя. Бля, я опять смотрел не за того. Так, берем. Пиздец, за своими тяжело смотреть, на самом деле. Я в кого-то стреляю зачем-то. Пиздец. Да, блять. Вот это что я делаю? Я типа так стреляю? Вот так дерусь? А. Нихуя-то охуел. На, блядь. Минус один. Блядь, нихуя не минус один. Смотри, он же лучший гандон. Меня вообще выкинули. Погоди. Опа. А, у меня жизни получается нихуя вообще не... Да ты чё, блядь? О-о-о, всё, я сдох. Какой-то ебаный жир меня уебал. А, я прилетел обратно. Я не совсем понимаю, на самом деле, что к чему, что происходит и как играть в эту хуйню. Но я вот вроде их въебываю. Вот смотри. На-на-на-на-на-на-на. Нажимаю все подряд. Не все подряд, я на одну и ту же кнопку жму, блядь. Что за бред, ёбаный в рот. Я вообще не выкупаю, блядь. Опять у меня гандон какой-то был. А, тут просто накилы, короче. Тут время. А, все вижу, я вижу время. Подобрать. Опять лук ёбаный. Блять, ты можешь его выкинуть? Ёбаный в рот. Пиздец. Я рот ебал. Я какая-то ебаланская игра, блядь, слишком сложная. Я не понимаю, да. Я не понимаю, как здесь кого грамотно пиздить. То есть ты вроде нажимаешь, он то ничего не делает, он начинает какие-то камбухи выкидывать. То вообще хуй пойми что, я не понимаю, честно. Сложно, блядь. О, сука, опять он меня выкинул. В полете он что-то... А, ну меня опять уебали. А, нет, я живучий. Все. У меня получается киллов минус один. То есть я еще и сам себя один раз уебал. Хорошо. Ну, рот я ваш, получается... Да, миссия, блять. Нокаута мечом или длинным мечом. Ноль. Так, С, блять. Давай выберем кого-нибудь. Юра, я хуй знает. Так, опять же, вот он, я хожу. Блять, немного другой. О! Я кого-то начал бить, но меня отменили. Видели, я там вообще ни при чем. Тач Петра Суи. 3 минуты? Охуеть. Где я? Я с ним. Пошел, блядь. Нахуй.
Вот что толку, ты, я вот так вот убью и типа ищу. А, я вот так вот даже могу, не по себе. Нет, не могу. Блять, я на своей гранате подорвался, но это вообще нормально, нет? Чё? Это ноги, ой, это руки, блять. Они как-то съебываются от моих этих самых. Ну чё толку, я бью? На нахуй, это чё, это я уебал? Нет, по-моему, нет. Не знаю, не понимаю, как смотреть здесь. Блять, я упал, я опять не за тем персом смотрел, да ёб твою мать. У меня было два, сейчас у меня минус один. Блять, где я? Разум. Ёб твою мать, блять, это пизда. ДГГВП. У меня уже минус два. Не понимаю, как в эту хуйню играть. Я вообще не покупаю, блядь. Я вот нажимаю, и что с того? Где я, блядь? Кого-то убил? Как? Как я это сделал? Не выкупаю просто пока что. Нахуй, тварь. Блять, нихуя она. Ща хуя, ща. Погоди. Где я? А, я нормально со мной. Все хорошо. На нахуй. Блять, я меня убил. Меня отпиздили, но... На нахуй. Блять, я, короче, выпрыгнул. Пиздец, как всем управлять? Берем. Блять, я выкинул. Вот сука. Блять, я чуть сам себя не уебал. Блять. На нахуй. Понял. Вот сука. 5, 4, 3, 2, 1. На нахуй. Сколько у меня? 0. Хорошо. А, не, я на втором месте, смотри. Троих уебал, три раза упал. Происшествие 1, не понимаю, что такое. Нанесенный урон получен. Нормально, я уже учусь по чуть-чуть. Я не знаю, что я нажимал. Но уже троих уебал. Второе место, между прочим. Второе, понимаешь, это 2. Это уже не 1 и не 0, это уже хорошо. Нажимаем С. Готово. Нам какой-то колодец дали, ладно, это похуй. С. Вот за этого попробуем поиграть. Да, все-таки на другой раскладке как-то оно... Блять, это выкинуть. Мне выкинуть нахуй не надо, где я? Вот. Да, тут иногда так быстро все происходит, что, блять... Ты смотришь за одного, блядь, там, где ты дрался. А тебя уже уебали, ты уже, блядь, улетел давно. А ты продолжаешь смотреть за него. Оникс, кстати. Рэп-группа такая была старая. 90-х, 70-х, 80-х, не знаю. Оникс. 3, 2, 1. Ты чё, сука, ты охуел, пират ебаный? Нати, суки. Так, окей, назад. Подбирай. Чё, охуел? Дайте мне подобрать, блядь. Где я? А. Пиздец. Короче, я понял. Я не понял, конечно, но я понял, что нужно немножко... Блядь. На. Меня запулили. Я немножко въебал. Тут, короче, надо вовремя нажимать. У каждого есть здоровье, я так понимаю. Блять, гандон, нихуя себе. Смотри, он меня пытался накрутировать, но у него ничего не будет. Блять.
На нахуй. Гандон. Я вот их вроде бью кого-то. Можешь взять. Бля. Ты можешь взять? Нет? Бля, он меня... А, он меня вообще может брать? Пиздец, меня въебали, да, походу? Да. Меня пиздили. Вот, теперь я взял. Ты чё, сука? На нахуй. Кто такие, блядь? Я вас не звал, идите нахуй. Бля! А, нет, меня не выебали, смотри. Смотри, я пытаюсь, я что-то надо... Блядь, эта тупая пушка, она стреляет куда-то не в ту сторону, нахуй. Ты хочешь наебать их, а? Вот она как-то нажимаешь, вот. Вот теперь получилось. Погоди. Вот эта тварь, она, блять. Возьмем руки. Я вроде даже кого-то бью. Вот эту пидораску мы ее побьем. Ай-яй-яй, аккуратно. На. Я вроде чего-то учусь. По чуть-чуть. Помаленьку. О-о-о-о. Мне пизды дала Катя какая-то. Каяя дала мне пизды, слушай. На нахуй, пират ебаный. Ты чё, блять? Выебывается, смотри. Мы его-то убьем. На. О, блять. Game over. И пират у нас номер один. Нихуя гандон. A force a party. Оникс, между прочим, опять второй в списке. Нам какой-то колодец дали, ладно, это похуй. С. Вот за этого попробуем поиграть. Да, все-таки на другой раскладке как-то оно... Блять, это выкинуть. Мне выкинуть нахуй не надо, где я? Да, тут иногда так быстро все происходит, что, блядь, ты смотришь за одного, блядь, там, где ты дрался, а тебя уже уебали, ты уже, блядь, улетел давно, а ты продолжаешь смотреть за него. Оникс, кстати, рэп-группа такая была старая, 90-х, 70-х, 80-х, не знаю. Оникс! 3, 2, 1! Ты чё, сука, ты охуел, пират ебаный? Нати, суки! Так, окей, назад. Подбирай. Чё, охуел? Дайте мне подобрать, блядь. Где я? А. Пиздец. Короче, я понял. Я не понял, конечно, но я понял, что нужно немножко... Блядь. Нахуй. Меня заплели. Я немножко въебал. Тут, короче, надо вовремя нажимать. У каждого есть здоровье, я так понимаю. Блять, гандон, я себе, смотри, он меня пытался нокаутировать, но у него ничего не будет. Блять. На, нахуй. Гандон. Я вот их вроде бью кого-то. Взять. Бля. Ты можешь взять? Нет? Бля, он меня... А, он меня вообще может брать? Пиздец, меня въебали, да, походу? Да. Меня пиздили. Вот, теперь я взял. Ты чё, сука? На нахуй. Кто такие, блядь? Я вас не звал, идите нахуй. Бля. А, нет, меня не
ебали, смотри. Смотри, я пытаюсь что-то надо. Блять. Это тупая пушка, она стреляет куда-то не в ту сторону, нахуй. Блять. Кого ты хочешь наебать этим, а? Вот она как-то. Нажимаешь? Вот. Вот теперь получилось. Погоди. Вот эта тварь, она. Блять. Возьмем руки. Я вроде даже кого-то бью. Вот эту пидораску, мы ее побьем. Ай-яй-яй, аккуратно. На-нахуй. Я вроде чему-то учусь. По чуть-чуть, помаленьку. О-о-о. Мне пизды дала Катя какая-то. Кая-я дала мне пизды, слушай. На-нахуй, пират ебаный. Ты че, блять? Выебывается, смотри. Мы вот и убьем. На. О, блядь. Game over! И пират у нас номер один. Нихуя гандон. A force a party. A force a party. Оникс, между прочим, опять второй в списке. Понимаешь? То есть еще чуть-чуть. Я уже буду первый. Я не совсем понимаю, правда, периодически. Но нормально. Давайте возьмем вот этого. Опять. Не, мы с ним проебываем. Вот она кидается чем-то, по-любому, это выигрышный вариант. Так, где? Блять, не успел посмотреть, что как я могу. Ну, как не успел? У меня было время на то, чтобы успеть, но я не успел. О, инопланетянин, как из Футурамы. Третий. Ну что, поехали. Я сразу говорю, я профессионал, я в эту игру играю уже, блядь, 10 минут. Блядь, тяжело. Ой, блядь. Блядь. Я не понимаю, вот этот гандон пытается... Что за лук, нахуй, блять? У меня какая-то тупая пизда, я тебе серьезно говорю. У меня лук, я не понимаю, как им стрелять. Я могу драться. Или это я тупое оружие взял сам по себе. Блять, сейчас я сам себя выкидываю. Ёбаный рот. Блять, можно мне кого-нибудь уебать, пожалуйста? Почему ты прыгаешь, сука? Да, бля, такая тварь. Ты зачем прыгаешь? Я просто буду нажимать сразу две кнопки, может быть, камбуха получится. Ну, как в Mortal Kombat, знаешь. Меня уже два раза убили. Два раза меня убили, и я не помню, чтобы я кого-то бил. Вот и что-то делаю, куда-то, блядь, стреляю, телепортируюсь даже, я хуй знает. Вот, да, он телепортируется. Вот. Можешь взять другое, пожалуйста, я тебя прошу, возьми другое. Бля, чё за месиво, а? Чё за месиво, я вам. Нахуй, блядь. Где-то ты нахуй. Я не понимаю, мне вот другую дают, а я все равно, вот, то есть, ну... Блять, они как-то с задержкой, я хуй его знает. Я вот вроде кого-то пизжу. Нет, никого не пизжу, меня пиздит. Я не понимаю, пиздец, сложная игра. Залупка какая-то. Если честно. Я понимаю, что я играю хреново, но... Вот он, сука, появиться не успел. Смотри, задрот ебаный. А уже... Блять, неужели... Он все это время сидит и играет в эту хуйню каждый день, блять. Я не знаю, я не понимаю, значит, как можно научиться. Пошел ты. Блять, я чуть от своей бомбы не взорвался. На нахуй. Я кому-то втащил, я вам так скажу. На нахуй. Будешь же знать. На. Блять, я сам себя выкинул. Да ну нахуй. Давай, прыгай.
Готово, блядь, гейм овер. Что, третья игра, какой я? Ну, теперь третий, блядь, двоих убил. А этот убил четверых. В принципе, так же, как и в той, но только в той, блядь, там вообще не убили. Я профессионал, типа. Короче, пиздец. Я вам так скажу. Нахуй, давай, Z. Чё-то, давай, вот, я даже не знаю, вот 2 на 2. Вот этого возьму. А чё, тут как-то можно что-то менять разве? Не знаю, короче, ничего не меня. А, это, наверное, скины, если у тебя есть какие-то, ты их можешь менять. Но у меня их нет. Потому что я не скинодрочил. Блять, опять та карта. Я не хочу играть на этой карте, она сложная. Я не понимаю, как в нее играть. Вот он меня в полете почему-то взял как-то и начал пиздить. Как? У меня не получается. Но у меня вроде как атака заебись прокачана. Мы вот это Юмика по-любому должны втоптать. По-другому не может быть. Вот эта карта мне уже больше нравится. Где я? Ага. Ты чё, сука? На, блядь. Бля. Да идите нахуй. Понятно, у них он тоже человек играет первый раз, я вижу. Ты чё, сука? Хуя, он мне пытается пизды мне дать, посмотри. Иди-ка ты нахуй, у меня ракета вообще. Да блять. На, блять, будешь знать. Не-не-не-не-не-не-не, давай лети, блять. Понятно, сука. Это тебе, блядь, не просто так. Ну, в этот раз он меня убил, ладно. Но в этот раз я ему поддался. Понял? Да я же первый нажимал пиздатые камбуки. Блядь, это пиздец. Погоди, погоди, оп. Бля, мы просто два долбоёба, смотри, а он пролетает мимо меня, я пролетаю мимо него. Я не понимаю, ага. Погоди, погоди, погоди. Ну давай. Оп, оп. Блять, вот они начинают прыгать, сука, и бесят меня. Вот я нажимаю первый, какого хуя? Бля, какого... Блять, это пиздец. Я не понимаю, блять, не понимаю, тяжелая игра. Где? Чувак, походу, вышел. Он зашел, пизды получил и вышел. Ну и правильно сделал. Вот эта ракетница, это прям гандон. Как минимум. Понимаешь, как минимум. Как минимум. На, блядь. Блядь, он тоже прокосячил. Пиздец, он прокосячил на нахуй. Накал, блядь, понимаешь? Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Левел уп! 120 баксов у меня уже есть плюсом. Так, а как? Окей, как что покупать? Получается, у нас магазин. О, у меня уже третий уровень, охуеть. 1000 с чем-то. Вот это я понимаю за донат, но мы же не ебланы, чтобы покупать в этой игре что-то за донат, блять. Но 1000. А, ну вот, можно, получается, персов купить. Можно купить... Это что такое? Спанч Боб. Я вот изначально могу купить?
Текущая 0, стоимость 400, остаток минус 400. Давай, минус 400, нет? Ну и соси ты хуй, значит. Я вообще эмоции, вся ты, блядь. Ну серьезно, зачем на всю вот эту залупу тратить деньги, я просто не понимаю. Это же полная шляпа, блядь. Я лучше скины в CSGO куплю, ну серьезно. Вот, ну да ладно. Две эти сундуки, ебать, а можешь сундук открыть? Просмотр, В купить, а. Ну ладно, короче, что у нас там? Мне не хватает немножко, мне хватает только на какой-то... Я изначально думал, что здесь есть какие-то карты, вот как, ну, я вот смотрел. А что меня подкупило? Там Спанч Боб с кем-то дерется, бля. Я думаю, о, нормально, за Спанч Боб сейчас поиграем, подеремся. А вот хуй, понимаешь? Они говорят, вот иди-ка ты нахуй. Водвар. Водвар какой-то. Нахуй я его купил? Не знаю, просто так, по приколу. Ну что, ну вот такая вот игрушка. Ну вот такая, такие игры тоже есть. Я думал, они такие, ну, на компьютере таких нет. Оказывается, они на компьютере такие есть. И тут есть даже система донатов, а где ее сейчас нет. Не знаю, кто сюда тратит деньги, не знаю, зачем тратить сюда деньги, но... Собственно, вот такая вот игра. Всем спасибо за просмотр. Увидимся еще, по-любому увидимся. Скоро GTA 5 еще выйдет, а потом еще GTA San Andreas должна еще выйти. Еще Saints Row я хочу начать снимать. Ебаная хуйня. Да хуя планов. Удачи.